Создатель Call of Duty потерял миллиарды из-за одной цифры. Агентство Dow Jones Newswires обрушило акции американского разработчика видеоигр Activision Blizzard Inc., опубликовав финансовый отчет раньше установленного времени и допустив в нем ошибку. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Как поясняет издание, компания, чья капитализация оценивается выше 50 миллиардов долларов, за первый квартал получила рекордную выручку 1,97 миллиарда, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Однако агентство опубликовало первый отчет с ошибкой. В документе доход компании был занижен до 1,7 миллиарда долларов. После публикации акции Blizzard упали на 6%, хотя информацию быстро исправили. Стоимость акций частично скорректировалась после обнародования корректных данных. К закрытию торгов падение стоимости акций фиксировалось на уровне 2,3%. Мы сожалеем о нашей ошибке, а также о непреднамеренном срыве эмбарго на публикацию отчетности. Мы исправились и теперь изучаем наши методы работы, говорится в заявлении Dow Jones Newswires. Американская компания Activision Blizzard Inc. создала игры Call of Duty, Destiny, Diablo, Overwatch и StarCraft. Больше важных новостей в TELEGRAM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.